очень радостно, что битком набит народом клуб по такому прекрасному поводу. Но сегодня мы поздравляем Иру с Лешей с таким вот замечательным событием, с маленькой девочкой. И мы все очень ждали этого. Когда наступит этот момент, почему ты все еще танцуешь? Быстро в роддом. И теперь сразу другой вопрос. Почему ты опять танцуешь? Такого вида, но быстро опять в роддом. Да. И вот мы все очень рады и счастливы, что у нас в нашем танго-сообществе пополнение, что у нас новая есть танкера. И я хочу вот обнародовать, тут вот всякие разные есть подарочки, которые мы сейчас будем вручать. Я хотела бы просто для начала, просто так, чтобы вот видно было, показать. Для танкера главное что? Дальше смотреть уже, что у нас тут еще есть. Еще что у нас есть для вас, для подарков. Это Люша. Рисунок Александра Риховского! Ира Некрасова. Вот, пожалуйста. Есть 4 пары камильфо, конвертик, футболочки. Да, и пожелания от всех, от всех, кто приложил руку к этому делу, пожелания и подписи. И вот такая открыточка. Большое.